Добрий вечір, в ефірі телекомпанії «Ніставе», як завжди в цей час, програма «Добрий вечір». Наша гостя сьогодні – Тетяна Золотухіна, експерт фонду розвитку міста Миколаєва. Добрий вечір. Добрий. Ітак, Тетяна, ради привітати вас в нашій студії. Є, собственно, як завжди, і буває спеціальний повод для нашого сьогоднішнього розговору. Прошлу п'ятницю, якраз в преддвірі продовжительних вихідних, при участі експертів фонду розвитку міста Миколаєва, прошел круглый стол, где, скажем так, небезразличные наши сограждане обговорили практики взаимодействия для эффективности местных бюджетов юга Украины. Ну, собственно, об этом сегодня и поговорим. В чем суть мероприятия? Расшифруйте, пожалуйста, простым человеческим языком вот этот, скажем так, не очень слегка забюрократизированную формулировку. О чем речь? Ну, если человеческим языком, то у нас создана такая межрегиональная коалиция, называется «Громадские префекты такой-то области». В данном случае это Николаевская, Одесская и Херсонская области. А что такое «Громадские префекты»? Мы когда начинали свою деятельность и говорили, вот такое словосочетание «Громадские префекты», к нам всегда так насторожены. А кто вас уполномочил? А какой у вас статус, а чем вы руководствуетесь. Я всегда говорила, обращайте внимание на первое слово, громадские префекты. Увы, префектуры у нас нет, когда появится, непонятно. Громадская префектура взяла на себя миссию наблюдения, ни в коем случае не контроля, не какие-то фискальные полномочия, не контрольно-наглядовые функции, именно за деятельностью местного самоуправления и органов государственной власти местных. То есть это общественное движение, которое хочет помочь нашим можновладцам навести мосты для эффективности местных бюджетов в разных сферах. Значит, собственно, было несколько докладчиков. Ну, может быть, хотя бы несколько слов о том, каковы их компетенции, почему эти люди могут выступать экспертами, почему, собственно, и власть, и мы, все граждане, должны серьезно воспринимать то, о чем там, собственно, и вы, и ваши коллеги говорили. Знаете, если власть не хочет воспринимать, то там хоть Оксфордский университет привлеки, ничего не получится. Но я сейчас не об этом. То есть, почему это эксперты? Почему это эксперты? Ну, это немножко, скажем так, завышенная оценка своих способностей. Громадские эксперты, прежде всего, они прошли, это неравнодушные люди, они прошли отбор, они прошли обучение в школе громадских префектов, эта школа была в прошлом году, в августе, сентябре, октябре месяце, которые мы приглашали преподавателей и специалистов в разных сферах, чтобы обучить наших потенциальных префектов, как говорится, матчасти. Кому-то интересно образование. Все полностью наша, вся нормативно-правовая конструкция, технологическая конструкция в сфере образования, капитальные выдатки на социальную сферу, на те же школы, садики и так далее. Сфера энергосбережения. Здесь сами эксперты тоже уже обладали знаниями по энергоэффективности и так далее. Им не хватало знаний нормативно-правового обеспечения на местном уровне. Как эта политика впроваджуется, с чего начинать, куда смотреть, какие документы. И точно так же по разным сферам. То есть, какие методы работы, как эти методы применять, какие документы спрашивать, какие выводы делать. То есть они прошли обучение. И потом применили свои знания в разных сферах. И то, что они, как говорится, извините, накопали, увы, ну, в общем-то, довольно печально. Мы не стремимся кого-то наказывать. Мы хотим выявить. Понятно, что местного самоуправления и так хватает, и государственной власти тоже хватает забот, и текучка поглощает, и так далее, и тому подобное. Мы хотим помочь обратить внимание на те недостатки, которые мешают эффективно выполнять свои полномочия в разных сферах. Мы сделали это именно фрагментарно. То есть, ну, когда у вас машина хорошо работает, вы под капот не заглядываете, правда? Но когда начинает что-то барахлить, вы открываете капот, начинаете там ковыряться и начинаете изучать, вот, что не работает. Понимаете, применительно, как говорится, к местному самоуправлению и к власти вообще. Формулировка вот по поводу машины, которая работает, вот тут как бы возможно разночтение. Какова цель той машины, которая работает? Ну, это так, ремарка на полях. Собственно, может быть, немножко по темам, которые достаточно подробно разбирались. Ну, вот один из первых докладчиков
собственно, разбирал эффективність використання коштів бюджету міста Миколаєва на міську політику енергозбереження. Ну, собственно, действительно, у нас в городе Николаеве уже в течение нескольких лет действует программа энергоэффективности. В принципе, ежегодно в бюджет городской закладываются достаточно солидные суммы денег, которые, собственно, реализовываются в энергомодернизации социальных объектов. Я так понимаю, что эксперты специально разобрали вот то, что называется, насколько эта энергоэффективность эффективна. Енергоефективність, ну, то, яким виводом прийшов наш експерт, наш громадський префект, Центр національного розвитку, по большому счету енергоефективність весьма условна, весьма. Она взяла, наша коллега, не брала ОСББ, потому что все равно ОСББ на плечах жильцов, там как-то с этим проще. Там теплые кредиты, возможно, какие-то еще трансферты, что-то там окна меняют и так далее. Взяли наши многострадальные школы и садики, социальную сферу, и посмотрели, насколько же политика эффективности у нас эффективна, извините за тавтологию. То есть в чем ее суть? Из бюджета выделяются какие-то ассигнования, чтобы либо уменьшить впоследствии нагрузку на бюджет, либо принести доход бюджету. Так вот, получается, за время работы программы, это программа «Теплый дом», за время работы этой программы выконавливается это управление энергосбережения, было проведено 29 аудитов. Энергоаудитов, выдвинуты были рекомендации, что, где, как работать, чтобы здание было максимально, энергосбережение было максимальное. Из этих 29 на данный момент, на июнь месяц, только 12 объектов в работе. Из 29. Остальное, куда эти аудиты? В шухлядку? Зачем тогда на них было деньги тратить? Это первый вопрос. 12 в работе. Понятно, что эти объекты, это не за один год делается, это переходящие объекты. И только один из них вступил в строй. Все заходы на разбережение, которые были предусмотрены аудитом, закончены. Это наша распиаренная на всех, извините, углах, Варваровская школа. Но мы подняли документы и увидели, что по затратам на энергосбережение и эффекту от энергосбережения экономии электроэнергии, там, газа и так далее, окупаемость этого объекта, а это должно быть четко, это в программе, бюджетной программе есть такой показатель, окупаемость этого объекта равняется 106 лет. Это энергосбережение, это при условии статическом, что все эти 106 лет на эту Варваровскую школу не будет потрачено ни копейки. Это ли энергосбережение? И причем мы не учитывали еще и нагрузку на эту Варваровскую школу в виде накладных расходов. Политику энергосбережения у нас реализует выконавчий орган, на которую тоже идут бюджетные выдатки. Следовательно, это будет не 106 лет, а 115 лет минимум при полном отсутствии выделения средств за эти годы. Вы можете это назвать энергоэффективной политикой? Я прошу прощения, даже не знаю, как относиться к тому, что вы сейчас говорите, потому что, документы, как говорится, вы буквально двумя предложениями разгромили программу «Теплый дом», я правильно понимаю? Я не разгромила программу «Теплый дом». Ну, вот такая история. Мы понимаем, что сейчас у всей этой истории есть еще и некий политический контекст. Вы не боитесь, что, собственно, вас могут адепты программы обвинить, собственно, в политическом заказе сейчас? Нет, я абсолютно не боюсь, потому что этот вывод мы сделали с документов, которые предоставил тот же департамент энергосбережения в виде отчета о выполнении паспорта бюджетной программы. Получается, на очень много миллионов, которые потрачены, причем без накладных расходов содержания департамента энергосбережения, на очень много миллионов, а речная экономия всего 83 тысячи. Это их цифры, это не мои цифры. Поэтому я не знаю, что мне здесь можно предъявить. Возможно, что цифры недостоверные. Но тогда, извините, немножко более дисциплинированно составляйте документы. Дальше продолжаем. Я растерян. А что же теперь нам делать с этим знанием? Извините, на данный момент сотни миллионов гривен за несколько лет потрачены куда?
Возможно, что программа энергосбережения, но невозможно, а рекомендации мы уже отдали в соответствующий исполнительный орган, она, во-первых, требует изменений. Она должна быть четкая, среднесрочная и долгосрочная. Если делается какой-то энергоаудит, то, ну, если бы, как говорится, у меня была возможность принять решение, никаких дополнительных проектно-сметных и так далее документаций тратится, ну, не должно тратиться на это бюджетные деньги. То есть мы постоянно делаем ПКД, мы делаем какие-то кашторысы, мы делаем энергоаудиты, мы делаем кучу бумаг. Эти бумаги через год устаревают, мы опять выделяем деньги. Это не только в энергосбережении. По капитальным выдаткам то же самое. То есть создается впечатление, что вот посадовец умеет делать энергоаудиты, он их делает. А что потом? Ну, называется... Ну, как говорил классик, пуговицам претензии. Да, пришиты намертво, не оторвешь. А то, что костюм носить нельзя, это незабвенный Аркадий Райкин, то как-то не сильно это волновало. Но у меня есть немножко такое более оптимистическое такое предубеждение, что пандемия, которая сейчас, неизвестно, когда она закончится и закончится ли вообще, как-то сдвинет эту все это с мертвой точки, потому что недовыполнение бюджета по второму кварталу, который полностью пошел в самоизоляции, ну, я даже не берусь прогнозировать, какое. Следовательно, к каждой копейке бюджетной более пристальное внимание, стоит или не стоит ее тратить. Должно быть так. По первому кварталу, по отчету Минфина, недопоступления в бюджет были 16% в среднем. У нас было немножко меньше, там, где ОТГ, объединенные громады, было больше. И сколько было того вируса в первом квартале? Всего 10 дней. То весь второй квартал. Ну вот июнь заканчивается, в июле посмотрим. То есть прекратить вот это марнотратство нужно только программными документами. Их разработка не требует больших денежных средств, это посадовые обовязки каждого члена исполнительного комитета. И выяснить приоритетность трат, экономичность трат и перспективность трат. Это, ну, принцип ППЕ называется. Перспективность, приоритетность, экономичность. И только с этих трех позиций подходить уже к изменениям бюджета и к этим тратам. Ну, тут я не знаю, как к этому относиться, потому что, ну, собственно, то, о чем вы сейчас говорите, в том числе и многие депутаты Николаевского городского совета, собственно, того органа, который принимает решение окончательное по поводу тех или иных расходов, да, вот, собственно, куда 10, 15, 20 миллионов городского бюджета направить, перераспределить. Вот эта риторика, ну, собственно, мы ее слышали из уст депутатов городского совета, но перераспределение состоялось так, как оно состоялось совсем недавно. То есть, как говорится, следующий. Вот мухи отдельно, котлеты отдельно. Риторика одно дело, а, собственно, реальное голосование. Понимаете, вот столько вот, по большому счету, такая вот безалаберность в управлении у нас была больше 20 лет. И я прекрасно даю себе отчет, что навести порядок даже за какой-то квартал или год невозможно. То есть эта работа очень долгая, очень кропотливая, но начинать-то с чего-то надо. И вот мы начали работу именно с деятельности нашей громадской префектуры. Подсказать, помочь. А там, где не услышат, вот как произошло в Вознесенске, там есть другие методы. Хорошо, еще немножко о других докладах. Ну, например, видим, что один из докладчиков доложил об анализе мероприятий, которые, собственно, проводились в учебных заведениях города Николаева и, собственно, за кошти благодійної допомоги и за бюджетные кошти. Я так понимаю, что сравнивалась эффективность расходования? Сравнивалась не столько эффективность, сколько прозрачность расходов. Потому что по некоторым школам мы увидели, что были у нас такие сведения, в том числе инсайдерские, что за бюджетные кошты, ну, допустим, окна ставились, либо какие-то ремонты проводились. И за благодійные кошти делалось то же самое. У нас были инсайдеры, к сожалению, ну, не можем мы все абсолютно документировать. Понятно, что далеко не все родители могут дать, как говорится, свидетельские показания. Но вот такая, то есть благодейные кошти, они, в общем-то, они до сих пор в тени. Их невозможно, как говорится, идентифицировать. Но мало того, что в тени благодейные кошти, согласно новому закону про освиту, каждая школа должна публиковать, оприлюднивать и свои вытраты. То есть то, что поступает на эту школу с бюджета. Когда мы ткнулись,
что там по этим школам. Сайты есть, но если посмотреть на эти сайты, то, извините, там и реклама женского белья, и реклама каких-то электроприборов, ну, там какие-то движки, в общем, все что угодно, но только не эти отчеты. В конце концов, сказали, ребятки, давайте наберемся мужества и будем выполнять закон. У нас это не так-то просто, но надо делать. И они начали публиковать, ну, хотя бы отчеты, причем в машинозащитном формате, с подключением портала ЕДАТА, они начали публиковать свои выдатки. Именно школы, даже не управление образованием. На школы тоже идут бюджетные ассигнования. Как они тратились, никому не было известно. И второй аспект, тоже по школам, это другая наша коллега, это у нас капитальные выдатки на их ремонты. Та же самая ситуация, что и с энергосбережением. Нет единой политики. Вообще развитие социальной сферы, имеется в виду дошкольного и школьного образования. У нас, это уже не только я говорила, и в этой студии наверняка звучали такие посылы. Очень много садиков, школ, садиков особенно, размещаются в ветхом жилье, в ветхом этом, коммунальном фонде, какие-то пристройки, особенно это в центре города. На эти садики ежегодно выделяется очень много миллионов на ремонты, это называется, что называется, подлатать. Наша 22-я школа. С 90-х годов строится второй корпус. В итоге есть уже решение, что этот корпус надо сносить. Почему? Ленточный фундамент. А в 90-х годах никто не видел, что там действительно ленточный фундамент, который... Ну, я прошу прощения. История, да, про ленточный фундамент, она действительно на слуху уже некоторый, да, промежуток времени. Ну и там, можно ли сегодняшней власти ставить в вину то, что было 20 лет назад? А у власти есть такой принцип преемственности. Так что тот, кто приходит в горсовет, отвечает за все недочеты. Ну, это сомнительное утверждение. Собственно, те, кто сегодня пришли в горсовет, мы их вчера, условно, так говоря, избрали. Ну, этот, ну, вот как бы это деликатнее выразиться. Корпус, о котором вы говорите, угу, построен в 90-е. Так, да? Так. Можно ли сегодня, спустя 20 с чем-то лет, спрашивать сегодняшней городской власти, сегодняшнего исполкома, городского головы, городского совета по поводу того, что делали люди... Не все из которых уже сейчас и живы, на самом деле. Да, увы, жизнь идет. Но тогда у меня вопрос. Зная проблемы с этой 22-й школой, ведь осенью выборы. За эту каденцию что, разве ни одной денежки не выделялось на 22-ю школу? Выделялось. А проблемы с ней были известны. То есть нужно было их освоить, поставить там окна, чего-то там утеплить и так далее и тому подобное, чтобы просто их освоить. Не думая о том, что, я не говорю, что там укралось что-то или кто-то себе присвоил, нет. Я говорю об одной беде, это марнотратство. То есть мы выделяем и, получается, закапываем деньги. Насколько вот, когда вы говорите по поводу того, что, ну, насколько я понимаю из того, что вы говорите, одни и те же окна, которые меняются в, собственно, в третьей школе, учреждениях культуры, извините, учебных учреждениях, угу, они могут оплачиваться из бюджета, и, собственно, и родители их могут покупать за свои деньги. Ну, могут, по большому счету, да, могут. Но я, только... Ну, вот на самом деле так по жизни сложилось, что я сам отец ребенка, угу, который сейчас ходит в школу. Но, извините, такие горячие баталии мы наблюдаем в родительских чатах по поводу расходования из фонда класса или из фонда школы 100 гривен. 100 гривен. Угу. Неужели вы думаете, что родители такие беззубые, они будут смотреть, что вот они сделали ремонт, а потом на эти деньги, а потом, собственно, за свои деньги, а потом списались, либо наоборот? Да, но вы верите в это? Школы. Я нет. Нет. Увы, школы все разные, родители все разные. То, что мы знаем о третьей школе, только потому, что там действительно родители делают баталии за каждые 100 гривен. Но у нас их 57, по-моему, школ. Ну, вы о других школах слышали какие-нибудь там скандалы? Нет, я поэтому и говорю, что на самом деле настолько корректно то утверждение, которое ваши эксперты, собственно, и вы сейчас опять же его ретранслируете. Увы, никто не запрещает за счет родителей делать еще какие-то выдатки. Я говорю о другом, чтобы эти выдатки были прозрачные.
Потому что за счет чего установлены эти окна в той же третьей школе и почему они так часто менялись? Здесь на стыке получается два вывода по капитальным ремонтам и по родительским и другим коштам. Третья школа. Нет политики, нет четкой формулировки, почему идут энергопотери, в итоге меняются окна. А возможно там, ну знаю точно, что в этой третьей школе котел еще 90-х или даже 80-х годов. Очень энергоемкий, да, он прочный, он надежный, но он очень энергоемкий. Выделяются деньги, энергоэффективность ноль. За счет чего они выделяются, то ли за счет чего устанавливаются эти окна, то ли за счет родительских денег, то ли за счет бюджетных ассигнований, невозможно проверить, потому что родительские деньги, отчета на сайте нет. Есть хотя бы отчет по школьным деньгам бюджетным, хотя бы это появилось. То есть... Процесс пошел, теперь нужно его дожимать, как говорится. Еще один из докладов, собственно, касался, ну, я так понимаю, эффективность выдатки на капитальный ремонт школы. Это то, о чем мы сейчас проговорили. Что я говорила. Да. Хорошо. Были также, видим, что были среди докладчиков и ваши коллеги из Вознесенска, Херсона и Одессы. Да. Что там у наших, собственно, соседей в районном центре Вознесенске, ну и, собственно, и в других областных центрах. В районном центре Вознесенске, к сожалению, там, если в Николаеве, ну вот какие достижения, допустим, у нас, наши коллеги, как говорится, местные достигли. При Горано и Уксе образуется громадская рада. С первым вопросом это будет рассмотрение выводов и, как говорится, разработка плана действий по программам модернизации школ. То есть, что касается школ и садиков, да, в условиях ковида очень сложно сказать тому же Уксу и тому же Горано, хватит закапывать деньги в эти бесконечные ремонты, окна и так далее, нужно строить сады, либо покупать помещения для этих садиков и школ. Потому что это все уходит просто в никуда. Управление, департамент энергосбережения, конечно, не очень восторженно воспринял идею создания отраслевой громадской рады. У нас, кстати, в городе 7 отраслевых и экспертная громадская рада, которая работает при соответствующих департаментах. Но вот УКС и ГРАНО и департамент энергосбережения еще такой головной боли, как говорится, не имеют. Ну, будут. То есть нас в какой-то степени услышали, понимаем, что мы сейчас все в одной лодке. Мы не собираемся громадские префекты раскачивать лодку, мы потонем все вместе. Нужно искать какие-то мосты, наладить взаимопонимание. Но в Вознесенске этого не произошло. Этого не произошло сразу же. Увы, там пошло более жесткое такое, жесткий диалог громадской префектуры именно города Вознесенска и мэрия города Вознесенска, не отвечались на запросы. В итоге это и было и перегораживание улиц, это было решение суда, в котором мэр города Вознесенска был признан, ну скажем, не очень правым за то, что не делал то-то и то-то. Было решение суда, но из-за того, что судьи города Вознесенска все как один брали самоотвод, потом это пришло в Николаев, был штраф, не наложили за ненадание информации, признали только то, что он был неправ. Это перегораживание улиц по поводу, там тема была использование коммунального имущества, эффективное использование, то есть по большому счету это анализ доходной части. Выяснили, что коммунальное имущество в Вознесенске, неизвестно сколько его есть, в каком оно состоянии, реестра нет. Органам державной влады, местным, там суд, полиция, другие какие-то объекты, аренда коммунального майна либо гривна, либо вообще бесплатно. А это не до поступления в бюджет. В итоге, недавнее было абсолютно, это протесты жителей города Вознесенска по поводу тарифов на воду и водоотведение. То есть бюджет города Вознесенска не может дотировать коммунальное предприятие соответствующее. И в итоге тариф на воду и водоотведение, мы его так условно назвали лондонским, абсолютно такой же, как и в городе Лондоне. То есть он самый высокий в Украине, 66 или 68 гривен, что-то такое. У нас, насколько я помню, 21 гривна.
Первомайске также высокий, там тоже вот назревает сейчас назревает. Серьезный социальный протест по этому поводу. То есть все эти сети – это коммунальное имущество, и получается, что ни в Вознесенске нет никакой информации, как оно используется, почему, ну, допустим, на трубе водоотведения у них три подрядчика, три, то есть труба условно разделена на три части, на три сегмента, которые обслуживает каждый из подрядчиков. Конечно, это увеличивает расходы жителей на водоотведение. Там водоотведение, насколько только водоотведение, 42 гривны. 20 с небольшим вода и 42 гривны водоотведение. То есть неэффективное использование приводит к недопоступлению в бюджет. А сейчас, ну, я так очень надеюсь, топор войны зарыт. Часть рекомендаций, которые выдвинули громадские префекты, исполком города Вознесенска воспринял и приняты соответствующие решения. Реестр майна формируется, уже есть вкладка реестра майна коммунального, и уже пересматривается, ну, пока что еще не, до решения этого не дошло, по поводу ставок аренды коммунального майна и убрать вот эти льготные аренды, особенно для органов державной власти. Прокуратура, суд могут заплатить городу Вознесенску за аренду. Что Одесса и Херсон доложили? Одесса и Херсон. Ну, допустим, долго не буду говорить. Херсон. Ну, если вы недавно, ну, или не так давно были в городе Херсоне, вы бы увидели ту же ситуацию, что была в Николаеве, ну, и года-то, наверное, три назад. Полностью захащены бигбордами, будками и так далее, и тому подобное. Мы немножко почистились. Здесь есть уже и продолжаем отличие. Чиститься. Да, и продолжаем чиститься. Но то, что творится в городе Херсоне, это что-то страшное, с нарушением норм. А если дует ветер, очень страшно под этими бордами, которые просто нависают над дорогой, страшно проезжать. И молишься, чтобы подрядчик выполнил все строительные нормы. Наши коллеги проанализировали, каким же образом эта эстетическая политика реализуется в Херсоне. И обнаружили, что, во-первых, дозволы. Есть в Херсонском горосполкоме распорядок управления эстетики. И тут же есть КП эстетика. Получается, даже по названию видно дублирование функций. На то и на другое выделяются бюджетные деньги, если КП – это постоянные трансферты на поддержку деятельности. Чем занимается это КП? Выдача дозволов. Вопрос, а что, дозвола не может заниматься управлением эстетикой? Зачем содержать еще и коммунальное предприятие? На эти вопросы, ну, скажем так, была пока что немая сцена, не было ответа. Другое предприятие, есть у них КП «Гарантия», которая, имея штат 53 человека, постоянно набирает еще на КП гарантию, сбрасываются бюджетные деньги и, получается, нанимает подрядчиков. Вопрос. Есть департамент ЖКХ? Почему он напрямую, без КП гарантии, не может нанять тех же подрядчиков? Помимо этих подрядчиков, которые там газоны косят, фонтаны содержат, урны, лавочки, памятники и так далее, еще и выделяются трансферты на их содержание. То есть КП, ну, с нашими КП приблизительно та же ситуация, хотя немножко полегче. Оно не способно, оно не востребовано на рынке. Оно существует, по большому счету, только за счет инъекций бюджетных. Потому что, например, из 53 человек штата, 7 или 8 человек административного персонала. Зачем? И этот административный персонал, естественно, это пожиратель бюджетных денег, потому что на рынке, в бизнесе никто это дело оплачивать не будет. Но на него идут миллионы, а город Херсон, ну, съездите туда. Улицы, такое впечатление, что вообще забыли, когда чистились. Даже по главным трассам, где ходят маршрутки, откровенно говоря, вот захащенный город. У нас Одесса. Одесса. Чем порадовала Южная Пальмира? Каким опытом? Одесса, да, там есть у нас наш коллега, антикоррупционный штаб, и они исследовали такую проблему. В Одессе одним из первых реализована политика громадского бюджета. Но вот за последние, даже раньше, чем у нас, но за последнее время, за последние три года, мало того, что упал финансирование бюджетное на эту программу «Громадский бюджет», упал к нему интерес. Начали исследовать, почему. Оказывается, если у нас в Николаеве, в Херсоне, вообще в очень многих городах, то, что касается громадского бюджета, решение принимается коллегиально, то там, по большому счету, решение принимает городской голова,
Комиссию назначает городской голова. Приоритеты назначает городской голова. И проекты громадского бюджета, допустим, на 2020 год определяются в 2020 году. Определяется где-нибудь в начале года, январь-февраль. Это значит, что в финансирование в лучшем случае они становятся только со второй половины текущего года. В итоге практически половина проектов, даже больше, не реализуется, и 25% не реализуется в полном объеме. То есть падает интерес. Были даны рекомендации, прислушается городской голова, не прислушается. Ну, будем посмотреть. Хорошо. Фонд развития города Николаева очень приходил на круглый стол и вообще, собственно, чем непосредственно интересовались, над чем работали в последнее время? Именно фонд развития Николаева. Ну, мы взяли немножко довольно сложную тему для понимания, допустим, нашими жителями. Это тема внутреннего контроля, внутреннего аудита. Увы, это норма, которую нужно выполнять. То есть, что она обозначает? Согласно того же бюджетного кодекса, 26-я статья, в любом органе местного самоуправления, любая администрация обязаны осуществлять функции внутреннего контроля и внутреннего аудита. В чем его суть? Главный распорядок определяет, во-первых, сферу деятельности, чем он занимается. Сфера деятельности, называется опосредовище, прописывается полностью все техпроцессы, полностью все функции, задания, который выполняет тот же департамент ЖКХ, управление свитой и так далее. Определив это, определяет риски, которые мешают выполнять качественно ту или иную функцию. И определив риски, определяет заходы для их минимизации. То есть это делает головной распорядок. То, что я говорила под капотом. Я, например, хочу посмотреть, какие функции, какие задания, какие заходы, по большому счету, из года в год выполняет администрация Заводского района. Я хочу это увидеть в документе, чем они занимаются. И мы столкнулись с тем, что было недопонимание у наших департаментов, у наших управлений, наших распорядников, вообще, что это за система. Это не нужно, это перечасно, ну, вообще любят говорить, перечасно, неактуально, на наразе и так далее. Я говорю, есть кодекс, его надо выполнять. Не нравится — в Киев — меняйте. Но пока он есть, действуйте. И мне, как налогоплательщику, интересует. Извините, почему чем вы занимаетесь? Администрация Заводского района? Ну, я для примера. У нас были громадские префекты по Заводскому району, сейчас я закончу свое. И что, до чего мы, как говорится, дошли? Мы провели аудит в проваджении этих систем, ну, не только в городе Николаеве, а там еще в Баштанке, Вознесенске. И оказывается, что этих функций у нас не осуществляется вообще. Ноль абсолютный. Переговоры велись очень долго и нудно, и в конце концов добились мы того, что было принято распоряжение мэра о внедрении системы внутреннего контроля, и провайдерами этого внедрения были его, в общем-то, бывшие противники. Это департамент финансов и департамент внутреннего контроля, с которыми мы работали долго и нудно, как говорится, но в конце концов убедили, и теперь эти два департамента, финансов и внутреннего контроля, в сцепке заставляют распорядителей кошти, в конце концов, потихонечку вводить эту систему. Но пока помешал COVID, потому что это нужно обучение. Но вот все, о чем вы говорите, это не приводит к тому, что должна появиться, собственно, поскольку появляется функция, ее раньше не было, значит, должно появиться отдельное должностное лицо, нет, которое, нет, собственно, которому нужен стул, телефон, нет, секретарша. Нет. Ну и дальше по списку. Нет. За внутренний контроль, во-первых, отвечает начальник, директор департамента, управления и так далее. Эта функция, это одна из функций, ну, допустим, составление кошториса — функция, тендерная процедура — функция. Каждый описывает то, что он делает, и начальник сам определяет ответственность за сбор информации. У нас есть департамент внутреннего контроля, который должен оценить все эти документы, которые к нему должны сделать, должны составить и предоставить распорядок. Их хорошо, фонд развития города Николаева, я так понимаю, проанализировал, как это все работает. Ну, не знаю, может быть, какое-то короткое резюме, к какому выводу пришли? Оно как раз не работает. У нас анализировать было нечего. Самый легкий анализ был именно по системе контроля. Ни одного документа, который обязан быть, но его нет.
полностью игнорирование, но я бы не сказала, что оно было злостным. Это, скорее всего, было от незнания. Бюджетный кодекс большой, еще там статью какую-то читать. Ну, конечно, никто не хочет. А нормативных методических материалов до 2019 года было очень мало. Сейчас полный пакет. То есть это невыполнение было не от незнания. Сейчас есть распоряжение, мы ждем, в конце концов, просто тренинговое мероприятие очень сложно сейчас сделать, потому что ограничения. Как только снимутся эти ограничения, уже есть запрос от распорядителей провести обучение, чтобы сам распорядитель понял, что это за функции, что это за контроль, потому что риски он определяет. Каждый раз спотыкаемся на одном и том же. Тендер неправильно провели, тендер затягивается. В итоге что? Ремонтируем дороги в ноябре, в декабре. В снег, дождь, кладем асфальт. Всего это, всего-навсего реализован был или сработал риск неправильного и не вовремя проведенного, неправильно сформированного тендера. Ну, я вот прошу прощения, риск. Тут, собственно, достаточно так сегодня публично происходит, там антимонопольное законодательство, и возможность обжаловать результаты тендера в суде, и таким образом действительно вся эта история может затягиваться может. На годы, как мы, например, наблюдали вот на наших трассах Н-11 может. И Н-14. Может. То есть не, но только, если тендер, не только злой умысел, либо что-то тендер, еще. Если первый тендер объявлять где-нибудь в августе, в сентябре, то так оно и будет. Так и было в облгосадминистрации. Первые тендера за 2019 год были объявлены в августе-сентябре. Даже без всяких антимонопольных судов и так далее, тендер идет, но это 2 месяца. Отнимите от сентября 2 месяца, вы получаете ноябрь. Но никто же не виноват, что тендер был объявлен в сентябре. Но вот также вы не отрицаете, риск. Что, собственно, вот эти вот лазейки в законодательстве дают возможность просто умышленно тормозить этот процесс? Лазеек сейчас станет немножко меньше, если учесть изменения в закон о публичных закупках, которые будут, вот, как говорится, они приняты, но войдут в силу со следующего года. Вот этих лазеек будет немножко поменьше, но это не совсем тема нашего разговора. Я думаю, мы соберемся. Хорошо. В другой раз. Ну, не знаю, подводя итог разговору. Бестендерные закупки, связанные с COVID-19, не будут объектом вашего внимания? Я бы не сказала, называется, пока что в городе бестендерных закупок я не видела. У нас и программы-то не было по ковиду. Вы же помните ситуацию, белое пятно больше месяца. А по области, возможно, что мы по итогам какого-то бюджетного периода мы возьмем эти закупки и просто проанализируем. Но, понимаете, там, где касается COVID-19, там работает еще НСЗУ, Национальная служба здоровья Украины, и заключены соответствующие договора. Поэтому проверяющих, в общем-то, на державный бюджет хватает. Меня больше интересует именно местный бюджет, именно собственное полномочие. Потому что капитальные выдатки на школу, на садик, Киев нам ничего не дает. Это местные деньги. И вот здесь уже работа громадских префектов или эстетика, рекламные борды и так далее, или установка рекламных бордов, выдача дозволов или недопоступление в бюджет города Вознесенска. Это все собственное полномочие. А здесь как таковых, ну, скажем так, коллег у нас на державном уровне пока нет. Хорошо, я, собственно, к чему вел, чем планируете заниматься в ближайшее время? Что в планах? Продолжаем. Продолжаем работать, ну, с той точки зрения, что COVID при всех своих недостатках, в общем-то, он немножко стряхнул, в том числе и нашу бюджетную систему. Денег стало меньше, большое внимание будет уделяться именно перспективности, эффективности и расходования бюджетных средств. И если будем видеть действительно, что, ну как сказал один наш политический деятель на местном уровне, зачем спорить или выбирать синюю краску для тонущего корабля, когда у нас там пробоина еще не задраена? Зачем делать то-то, то-то и то-то, когда нужно делать то, что вот сейчас необходимо, то, что насущно и идеально то, что принесет эффект или экономию бюджетных средств в будущем. Ну, я, собственно, правильно понимаю, что вот все, о чем вы говорите, это действительно интересно. Я не знаю, даже вот как бы это правильно сказать, некий налет скандальности есть, вот в частности, в части, например, программы «Теплый Николаев», которая реализовывается в городе Николаеве.
Но ваша задача просто привлечь внимание вот, собственно, к этому всему. У нас сейчас образовалась такая ситуация, как и город, так и область, власть закрылась. И каким образом привлечь внимание, кроме как посредством вашей телекомпании, либо СМИ, либо интернета, вот именно к насущим проблемам, я, если честно, не знаю. А что значит, вы расшифруйте, пожалуйста, что значит власть закрылась, если выше вы неоднократно говорили о том, что в городе Николаеве вот и это, собственно, стало прозрачно, и об этом теперь можно говорить, и антикоррупционный департамент теперь сотрудничает с управлением финансов, и друг дружке они помогают, чего раньше не было. Понимаете, что означает, один закрылась? Поле не воин. Ну, допустим, мы-то знаем, что мы работаем вообще в электронном режиме еще до ковида. Ну вот попробуйте зайти в облгосадминистрацию. Я посмотрю, что у вас получится. То есть никто не ходит, никто не дергает, никто запросами. Запрос нужно тоже отнести и дать его в канцелярию, чтобы, потому что электронные запросы та же облгосадминистрация имеет привычку терять. Нужна информация, нужны какие-то документы для анализа, нужно зайти, отправить эту бумажку в канцелярию, зайти невозможно. То есть есть какая-то вот такая перегородка, которая, в общем-то, отсекла присутствие тоже общественности или, допустим, заседание профильной комиссии. Возможно ли вот как до ковида просто прийти и посидеть либо на профильной комиссии, либо на сессии? На нет. Сессии, наверное, нет. Профильные комиссии тоже у нас, собственно, да. Их регулярность заседаний очень сильно сократилась в последнее время. То есть публичность власти, я почему говорю, не закрытая, потому что в дверь нельзя войти, а закрытая, потому что мы не можем наблюдать, как работают публичные органы, вот даже в этот момент. Сейчас будет перераспределение, по большому счету оно идет на каждой сессии, если, конечно, сессия собирается. И увидеть это воочию очень сложно. И это порождает. Есть вызов, ну, извините меня, тех же не очень эффективных, я так мягко говорю, не очень эффективных управленческих решений, которые могут привести к неэффективному расходованию бюджетных средств. В общем, работать есть над чем. Да. Работы непочатый край. Тетяна Золотухіна, эксперт фонду розвитку міста Миколаєва, была сегодня нашей гостью, відповідала на наши питания. Дякую, найкраще, успехи вам. Спасибо. До побачення. Всего доброго.